Поездка на автобусе 176 от проезда Русанова до платформы Лось. Могут пополнить специальную карту москвича на 30 и 90 дней. Приобретайте билеты в приложениях метро Москвы, московский транспорт, а также касса и терминал наземного транспорта.
метро Свидного. Следующая остановка – Польская улица. Пожалуйста, при входе приложите свой билет в извинительную или специальную карту к навигатору. Убедитесь, что на навигаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующая остановка – Радужная улица.
Радужная улица. Следующая остановка – Радужная улица, дом 9. Радужная улица, дом 9. Следующая остановка – улица Левчика Бабушкина, Московский финансово-правовой институт. Спокойно, держись. Вот это смотри, бабушка. И вы
ты будешь покупать себе обувь? Следующая остановка — янтарный проезд. Это упало!
Гуманитарный проезд. Следующая остановка – Минусинская улица.
Талыгина. Следующая остановка – Центр образования.
забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте. Сообщайте водителю. Всего вам доброго. Итак, это была поездка на автобусе 176. Все. Проезд Русанова до платформы Лось. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем спасибо и всем пока.